Всем мира и добра. Представляю еще один вариант укоренения черенков в домашних условиях. Сейчас я о нем расскажу. Довольно простой. Вот, прошло сейчас чуть больше 3 недель. Ставился он 11 февраля. Вот такие вот череночки. Они заматаны в пищевую пленку. И здесь вот ватные диски. Сейчас мы их достанем. Вот, посмотрим, что у нас. То есть, ну, естественно, они стояли в комнатных условиях, никуда они ни на койке лечевания, а были у меня на книжном шкафу, на верхней полке вместе с книгами. Ну, визуально здесь вот видно, что, по-моему, есть корешок. Я вот смотрю, зеленый вверху. Так больше я не вижу. Ну, по крайней мере, один корешок я вижу. Вверху, то есть, все герметично, здесь герметично тоже. Вот. Каким образом все это делалось? Ватные диски на каждый этот самый черенок аккуратно одевались. И использован, вот как у меня записано, корневин. То есть обработано стимулятором роста корневином. Так, сейчас мы постараемся аккуратно их открыть. Все это вот так вот в течение 3 недель герметично находилось. Ну, вертикально они стояли на шкафу. Так. Сейчас я достану вот так, чтобы мне не сорить. Так, есть. Вот они даже, видите, они сами освобождаются. Как они, потому что поодиночке я их закручивал. Вот. Так. Поодиночке. Вот он. И вот он. Так. Ну и у нас результат он тоже. И есть и положительный, и отрицательный. Сразу я вижу визуально. Сейчас я вам расскажу, в чем заключается положительный, а в чем отрицательный. Значит, открываем. Открываем. Все, открыли. Все здесь герметично было. И поэтому эта герметичность, вот это вот, смотрите, угробила наши вот эти вот две почки. Они, видите, уже практически погибшие, верхние. Которые должны у нас вегетировать. Из-за того, что все герметично, вот, влажность слишком большая. Для корешков это замечательно. Вот. Здесь, смотрите, получается два черенка. Почка пошла на выдвижение. Вот она идет, почка на выдвижение. Носик показал. Это уже все выдвинулось. Здесь все замечательно, вопросов нет. То есть эти черенки перспективные. А вот эти два, тут главная, скорее всего, почка, которая начала вегетацию, она, видите, подгнила. То есть уже такая. Но я не буду сламывать. Вот, что здесь у нас были ватные диски. Ватные диски. Черенки пробороздованы. И ватные диски влажные, вот так вот на них надеты. Сейчас мы поглядим. Ну что, есть он, корешочки я вижу. Смотрите, вот он. Значит, вот корешочек маленький, вот корешочек, ну и калус, там где бороздки, видите. Это вот такой вот кругленький, знаете, этот косметический ватный диск. Результат положительный по корням, вот, по почке я вам сказал уже. Дальше смотрим, опять открываем. Влажный диск, ватный. Так, смотрим. Ну, еще не влажненькие такие. Вот. Здесь у нас растрескивания не есть. Белый калус есть немножко, совсем немножко. Но корней здесь нету. Но я хочу сказать, о чем еще, что это черенок одноглазковый. То есть это вот, чтобы было понятно, здесь нет междоузлия. То есть я и такие ставил, чтобы было интересно. Так, а здесь? А они все, наверное, одноглазковые. Я вот междоузлик как раз не вижу. Мне это, вот в этом как раз тоже интересно, что одноглазковый черенок, естественно, сложнее укореняется. Так, дальше смотрим. Ну, вот это уже суховатая такая. Я вот ее отрываю. Влажности мало. В то же время, вот они, корни, видите. Вот корешок, даже два тут, вот они замечательные. Вот корешок. То есть его нужно срочно высаживать, потому что он уже, я смотрю, подсыхает. Ну и почка на нем пошла. Все замечательно. То есть вот этот вот череночек с корнями уже можно сажать спокойно. Вот они, корешочки. И вот она, лазочек пошел. Можно спокойно сажать. Да, это все у меня получается одноглазковые черенки, которые не так-то просто проращиваются. Это намного сложнее. Ну здесь еще лучше картина. Я сразу говорил, что видно корни. Вот их видно. Видите? Вот. Поэтому тут самое главное сейчас их не поломать. Да, и вот, смотрите, какое замечательное коренение. Вот.
Я даже, наверное, не буду сейчас дальше, потому что здесь я чувствую сухо. Я боюсь поломать. То есть нужно сейчас воду, и потом попытаемся вот так сейчас сделать. Ну-ка. Вот так вот сделаем. Смочить. Вот они, видите, какие замечательные корни. Ну, вот это самый хороший окоренившийся черенок. О, видите, как с водичкой мы хорошо придумали. Да, ну тут все замечательно. Тут все замечательно, без вопросов. Много корней, корни хорошие, и почка пошла на движение. Так, что в резюме будет? Да. Это я просто не записывал. Это все 4 черенка одноглазковые. То есть здесь нет междоузлия. Я вот смотрю. То есть, ну, кто знает, это одноглазковые черенки-то они посложнее укореняются. Поэтому результат у нас 1, 2, 3. 3 черенка мы укоренили хорошо. 4-й, ну, не укоренился. Каллус есть, но я считаю, мало. Вот. И 2 глазка вверху, 2 почки пошли вегетация, мы потеряли. Из-за того, что здесь у нас слишком большая влажность. Поэтому я уже предыдущий опыт показывал. Вот, и по этому опыту скажу, что если мы осуществляем либо в пленке, как здесь, либо какую-то другую герметизацию делаем. Здесь все нормально. Хватает, видите, для корней. Хватает влаги, когда мы вот так делаем. Но почка, если она во влагу попадает, она начинает, видите, подгнивать. Поэтому лучше, конечно, перекрывать вот здесь, делать этот самый перекрытие, чтобы почку не сгнила. А так, вариант вполне перспективный. Несколько черенков, очень спокойно, вообще не задумываясь, замотали, вот такие вот взяли влажные диски ватные, хорошенько их смочили, пробороздовали, корневинчика чуть-чуть, и вот так вот замотали. Только не до верха, а вот до сюда. И я думаю, результат будет вполне положительный. Будем заканчивать. Такой вот опыт, в принципе, реально, конечно, ну, опытов очень много, там несколько десятков. Я только показываю то, что, ну, заслуживает внимания. Поэтому спасибо, что досмотрели. Всем мира и добра. С вами был Виноград Центр.